Чистоту в городе в администрации уже пытались контролировать онлайн. Это называлось «умная уборка». Система та же, GPS-трекеры, только не на дворниках, а на спецмашинах. Тогда тоже казалось, идея хорошая, но она показала один существенный недостаток. Результата от такого нововведения не было и чище в городе не стало. В итоге вернулись к старым методам наблюдения. По мнению общественников, и на этот раз навигаторы в карманах дорожных рабочих не помогут привести улицы города в порядок. Не там нужно искать причину ледяных корок на тротуарах и сугробов на обочинах зимой. Дворники город точно чище-то не сделают, только потому что проблема не в умных дворниках, а проблема в количестве этих умных дворников. Да? Совсем проблема в количестве ручной силы для уборки города. Потому что, вот я не знаю, сколько человек наняли, но должны были порядка там что-то 100 человек нанять. Вот, наняли ли они 100 человек на сегодняшний день, это большой вопрос.